25 июня, утро. Вот мы все у кафе «Привал» в поселке Атка. Вышли на дорогу со Светой. Сейчас будем стопить машинки. Дождика вроде нету, ветер холодный. Вот. Ну, короче говоря, как-то так. Ночевали вот здесь вот, в этих елочках, сосенках, лиственницах. Вот, друзья, уже 4 часа мы висим у этого кафе «Привал» в Атке. Машин до хрена проходит, и никто не останавливается. Ни дальнобойщики, ни легковухи. Так что как-то так по Колымской трассе автостопом ездить. Настоялись мы все-таки. Женя нас подобрал. Едем. Сейчас перевал. Бунов. Перевал для Бунов. Цивилизация началась, да, на Майорке. Нет, этот подъем без сокол должен быть. Вот он, сокол, отворотка на аэропорт. Если все получится, то нам отсюда выбираться потом домой. Вот и подъезжаем вот к Магадану. Въезжаем уже в город, можно сказать, почти. Вот они. Вот под знаком сейчас будут стоять. Вот они. Радар начал. Магадан. Лени.
Ничего себе, Женя нам какой подарок еще дарит. Только в Магадан ехали. Да. Уже с подарками. Уже с подарками, действительно. Все, давайте. Счастливо. У меня интернет сейчас подсоединю, на базу уже приеду. Еще раз. Все. Спасибо огромное, счастливо, удачи. Рома, ты доволен? Очень. Сейчас. Ну, как тебе, Рома, первое впечатление от Магадана? Ну, пока отлично. Супер, да? Да, вообще супер. Замечательный супер. Водитель. Кстати, тепло. Рыба. Сухо. Да. Это, да, водитель. Во, класс. В общем, идем гулять. Все вообще здорово. Нет, да. Сначала давай рыбки попробуем, а то кушать хочется. Сейчас рыбки попробуем, фотосессию около оленей устроим. Друзья, цель достигнута. Мы в Магадане. 39 дней. Сегодня 39-й день, мы в Магадане. Все получилось. Едим со Светой рыбу красную, которой нас угостил Женя. Вот. Так что все здорово. Очень вкусно. Очень вкусная рыба. Женя, будешь наш смотреть. Спасибо огромное. Очень вкусно. Спасибо. Прямо у памятника Магадану разложились на лавочке и кушаем со Светой. Рома, присоединяйся, а то не останется. Ромушка, вкусно? Очень. Вот. Ну, поздравляю тебя, коллега. Мы дошли до сюда. Я тебя поздравляю, взаимно. Вот, друзья, стелла Магадана, которая основана в 1929 году. А вот здесь вот сразу стоят олени. Пока ехали, Женя нам рассказал немного про этих оленей. Типа поставили олененка с оленицей. И местные жители начали возмущаться. А где же папа олень? И его, в общем-то, потом доставили. И вот получилась целая семья оленя. Кто бы вы думали? Гриша? Гриша, привет. Я по-рабочему. Ну, почти ты выглядишь так же, как и мы. В принципе. Нет, он лучше. Как заехали. Что, посмотрели? Было все интересно. Короче говоря, ребята, в нашем распоряжении, в Магадане, целый дом. Целый дом. Гриша нас просто оставил в доме своей мамы, которая отсюда переехала. Ну и идем, в общем-то, жить в Магадане. Вот в таком домике. А жить нам, друзья, в Магадане аж до 7 июля. Потому что билеты на самолет мы купили только 7 июля. Так что это сколько? Почти две недели. Ну, почти две недели нам, короче, жить в Магадане. Офигеть! Так долго мы не будем. Вот, друзья, наши владения. Тут комната, тут ванна с туалетом, кухня и еще одна комната, спальня. Здесь мы будем, наверное, спать. Да. Вот мы со Светой отоспались сегодня по-человечески. Долго-долго. Вот. Пошли гулять. По Магадану сейчас пойдем. И вот, смотрите, мы уезжали из дома, у нас черемуха отцвела. А здесь она еще только-только цветет. 26 июня вся черемуха в цвету. Вот такая вот разница в температурах, да? Вот такое вот лето в Магадане. Ну, вчера было 8 градусов. Ну, вечером, да, было 8 градусов. Сегодня в тени 13. Но на солнце, кстати... Сегодня как-то шикарно просто. Вообще погода. Шикарно тепло. Вот мы, собственно говоря, со Светой находимся в самом центре города Магадан. Сейчас пойдем его смотреть. Магаданский политехнический техникум и заодно автовокзал. Центр города. Сигнал светофора. Можно переходить.
Магаданский автовокзал, собственно говоря, с которого нам уезжать потом в аэропорт. Вот так вот люди гуляют летом, все одевшись, потому что достаточно холодно в тени. На солнышке вроде бы ничего, но в тени холодно. Вот около автовокзала расположен собор Троицы Живоначальной. Вот так вот симпатично выглядит, особенно в солнечную погоду. Вообще очень здорово смотрится, золотые купола. Вот еще раз вид на собор. Вот тут святитель Иннокентий Московский, апостол Сибири и Дальнего Востока. Вся архитектура советская еще. Такое ощущение, что вернулись в прошлое. Все такое довольно старенькое, но симпатично, интересно. Очень интересная задумка с тротуаром. Посмотрите, как выложено все камушки. Очень красиво. Прикольно, да? Ну. Вообще интересно использован природный материал. Красиво сделано. Гуляем со Светой по Магадану. Пытаемся найти хоть какой-то сувенир, но пока ничего не нравится. Не знаю, сможем ли найти или нет. Что-то в этом походе вообще не получается найти что-то интересное. Интересный достаточно город. Архитектура вся старая, но она вроде бы как приведена в порядок. Ну, почти приведена. Ухоженный город достаточно. Что-то пытаются делать. Как бы плохого ничего не скажешь. В общем-то, молодцы как-то. Мне нравится очень. Ну да, интересный город. Интересный. Мне вообще очень нравится. Такой, как со старых открыток, город такой интересный. Вот эта вещь мы нашли. Офигенно. Надо же, да, из камня как. Тюлени лежат. Тоже интересное здание с часами. Поднимаемся на сопку, и весь город как на ладони становится. Очень красиво. Выходим на аллею Победы, мы так понимаем. Там памятник какой-то. Сейчас посмотрим. Памятник магаданцам, которые внесли вклад в победу трудовой. И вот павшим в годы Великой Отечественной войны вот такой мемориал посвящен. Небольшой переулочек зашли, тут интересно. Чем нравится город? Тем, что много скамеечек, можно отдохнуть. А здесь так еще и фонтанчики. Нравится тем, что здесь нет девятиэтажек и вообще высоток. И это такой определенный свой колорит. Да? Очень уютно себя чувствуешь. Да, в городе, когда нет вот этих небоскребов всех, дворов таких, каких-то обособленных. Вот здесь вот все как-то общественное пространство, оно больше просматривается и чувствуешь себя очень уютно. Кинотеатр «Горняк». Сейчас со Светой решили зайти прогуляться по городскому парку. Весь город сопки как на ладони. Рома попал в свою стихию. Рома, сбацаешь что-нибудь?
Очень интересные такие лавочки. Дорожка в виде пианино. По клавишам ходим практически. Поставлена скульптура с медведями, зачем-то взята вся обтянута лентой. Зачем так доставить, непонятно. Здесь еще в парке сделана очень красивая зона за бамбуковым заборчиком. Я так полагаю, это кормушка, что ли, каменная. Зашли со Светиком в Китай город. Вот здесь вот все в таком китайском стиле. Нашла лягушка. Хороший символ. Денежный. Такая вот часовня небольшая. Вот такой вот мемориал тем, кто погиб в Чечне и Афганистане, тут стоит. Нашли в Магадане кусочек родины своей. Череповецкие кексы, русский бисквит. Рулеты. Но цена на них тут, ребята, я вам скажу. Ого! 96 рублей. Вот так вот. Выходим к Нагаевской бухте. Ух, ветер начался с моря. Наша первая встреча с Охотским морем. Вот подходим к Нагаевской бухте. Ветер с моря сильный, холодный такой. Пионером освоения Колымы и Чукотки. Здесь, на берегу бухты Нагаева, в 1929 году началось строительство города Магадана. Вот такой вот памятник интересный. Ну а мы, собственно говоря, со Светой на смотровой площадке в бухте Нагаева. Здесь же на смотровой площадке располагается памятник Владимиру Семеновичу. Я расскажу тебе про Магадан. Вышли на набережную, здесь же и пляж, да, вот маяк такой, очень интересно. Очень интересно, а набережная в Охотском море отлив, вода отошла, появилась литераль. Попали мы на отлив. Вот так вот выглядит море во время отлива. Интересно. Смотри, там лошадка. Делают набережную, парк «Маяк». Встретили местного жителя, он нам немножко рассказывает о том, что у них здесь происходит. Спустились к морю в поисках сувениров. Рома гуляет по литерали. Ищет ракушки, камушки какие-нибудь интересные. Говорит, все домой повезем на память.
О, Ромин сувенир уже готов. Ну, покажи, что ты там нашел. Рапушку нашел. Красивая, да? Интересно. Очень красиво и холодно. Вот так вот, конец июня, а люди капюшончики на куртках на теплых одевают, чтобы не замерзнуть. Ребятишки веселятся в поисках камушков и ракушек. Рома нашел краба. Мы берем. Еще нашел? Смотри, какой еще нашел. Ух, какой. Этот живой? Нет, тоже не живой. А, нет, это же была пошевелит. Вот такие тут крабики сидят. В общем, так интересно проводим время, собирая всякую ерундистику. Да уж, ерундистика. Солнце ушло, стало очень холодно, все такое серое. Ну, собственно говоря, это Магадан. Здесь какая-то площадка оборудована для посиделок. Вот дошли до знаменитого магаданского мамонта. Здесь всюду находят бивни мамонта. Из вечной мерзлоты они вытаивают. Вот поэтому можно сказать, что мамонт – это символ Магадана. Вот, а ближе к вечеру мы еще и на барбекю попали, вот так вот. Так, Гриша, давай знакомься со своей семьей. Это дочка Лера. Лера. Жена Настя. Сестра ее, Ксюша. О, как здорово. Гриша нам предлагает попробовать краба. Краба. Рома, будешь пробовать краба? Попробуем обязательно. Вот Гриша угощает крабом. Да, Света. А, что он колючий такой? А какой он должен быть? Не знаю. Я ни разу краба Спасибо. Не ела. Смотри. Показывай, как его есть. Чуть-чуть. Ну, для начала вот крайний вот этот самый. Ну и сустав разламываешь его. Тут есть немного. Все разъехались, разбрелись. Мы остались тут мы опять вдвоем. Да, остались мы со Светой снова вдвоем в своей компании, как пойдем говорится, дружески. Купленные сувениры. Да, сейчас пойдем покажем вам сувениры, чай, которые мы купили. И, собственно говоря, да, наверное, будем отдыхать сегодня. Еще постираться надо. Да, еще постираться. Вот посмотрите, какая погода стала. Собственно говоря, все разошлись, разбежались, потому что все стемнело, засверкали молнии и загремел гром. Черная туча. Да, туча просто чернущая. Вот, значит, домой пришли с ребятами, пообщались, покушали и, в общем-то, начали рассматривать приобретенные сувениры в Магадане. Вот это, значит, мы купили родителям. И чтобы мы не забывали, что здесь холодно с термометром. Да, да. Как напоминание. Вот, еще себе купили такую вот берестяную тапочку. Не знаем пока, что из нее сделаем. Вообще-то это игольница, но мы подумаем. Здорово. Угу. Потом мы купили вот такой вот значок Магадан. Такой. Так,
И еще мы купили себе вот такой вот магнитик сразу, чтобы вспоминать, где мы были. Не буду доставать. Вот. Ну да. Проезжали вот. Мы. Что мы проезжали? Сусуман, Ягодная, Усть-Амчуг, Талая, Палатка. Да, и Магадан. Магадан, да. Так вот. В принципе, тут интересно очень герб. Как бы такой. Ну, хороший, да. Мне понравился.